кому ты заходишь часто. Я тот, чей телефон ты знаешь. Я тот, кто не ждет напрасно. Если ты вдруг опоздаешь, ты от меня зависишь полностью. У меня есть то, что тебе надо. И ты мне деньги отдашь с готовностью. И будешь смотреть на меня, как на деда. О да, я мерзкий тип, и я могу себе это позволить. И если мы видимся, значит ты влип. Но об остальном говорить не стоит. И так понятно, что ты торчишь. Ты и Ген, еще твой приятель. Когда его нет, ты мне об этом кричишь. Я твой продавец, ты мой покупатель. А утро у нас с вами, любители сторис, начинается не с Дельфина, не с репетиции, которая у нас уже прошла, не даже с кофе, а с медкома, на который мы идем сразу после Артурика. Артурик, он все вроде прошел. Все нормально? Да, да, да. Сейчас я за тобой. В общем, первый мой сегодняшний глоток за утро. Мало спал, но готов максимально. Но много ем. Но много ем. Наш дорогой любимый спонсор Алексей М1 The Racing, который по совместительству работает клинером нашим, приехал не с пустыми руками. Помимо того, что они привезли командные полы, которые я вам сейчас отдельно покажу, Леха привез еще вот такую специальную фримовскую вентиляционную штуку для шлема. То есть вот это концевички, видите? Ты кладешь свой вонючий шлем, про которым потеешь, и это нормально, ведь ты живой человек, на эту историю. Оттуда дует, происходит волшебство, и твой шлем продувается. Ты надеваешь его чистым, свежим и благоухающим. Потрясающе. Леша, спасибо, я люблю тебя! А мы тем временем моем машину и начинаем уже тренировки. У нас сегодня плотный день, квала, тренировка, парад, супра, презентация, сторис, все есть вообще, все, у меня телефон разряжается, охрененно. Вот Полина, наш любимый дизайнер, который нам делал комбинезон, сделали нам вот такие поло. Встань ровно, ты просто модель, ничего не делай, просто стой, излучай сексуальность, живот в тени. Вот такие командные поло у нас теперь есть, чтобы наша команда была красавчиками, выглядела по-гоночному. И мы их, скорее всего, будем продавать в нашем магазине «Автоспорт в опасности», на который я вчера ссылку вам дал, но я вам пока вас не гружу. Мы сделали специальный аккаунт, чтобы можно было проще там футболки купить, всякий став мы будем делать. И, возможно, эти полы тоже будут у нас в магазине, но этот не точно. Так, мы уже выехали на тренировку, но выехали даже чуть-чуть рано, мы сегодня по группам. И у нас шестая группа, а сейчас только четвертая, он катается. Сайт и поехал. А я вам давайте покажу, как у нас тут получилось с нашим октагоном. Вот такая конструкция вас встречает прямо на входе. То есть идете вы вот оттуда, проходите через сувенирные палатки, там у вас закрытый парк, а здесь вас встречает зона супра, супра-зона. Вот так это все выглядит, на максимальном стиле. Здесь ролики, девочки, мальчики, супра, супра. Истории немножко. Перекресток, блядь, интерактив. Телочки, мальчики. Игровые приставки, блядь. Все есть вообще, все, что вам нужно, все, что вы хотели или не хотели, все есть. Кайфуешь? Все, тренировка у нас, разминка так называемая, перед квалификацией прошла успешно. Коробочка работает, все, шифтится, промчали, за два круга запилили колеса. А сейчас я вам покажу активность наших партнеров Матюль, которая сделана прямо рядом с нашей палаткой. То есть наша палатка, Житиха, Белуга. И вот вам, пожалуйста, сразу же тут гоночная трасса. Ой-ой-ой, ГТР, ой-ой-ой-ой-ой, 86-я, ой, Кизевол, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Если бы так в жизни было, ребята, ой, вот так я еще не делал и, надеюсь, не буду. Комментарии проще писать в интернете, да? Ха-ха-ха-ха. Вот что тут стоит припаркованный. Вова, Аркаша и я. Вот такая история. Так что приходите обязательно, участвуйте в конкурсах, кайфуйте, гоняйте и выигрывайте масло и все прочее. Все, а мы скоро начинаем квалификацию. Здесь у нас небольшой спеклист на машины. Здесь большой Вадик. Секс. Ну что, ребята, дергал. Я опять додергался. Мне говорит, главное, Рома говорит, может, затейпируем тебя заранее? Я говорю, не, все, рука починена. В итоге рука опять отвисла, но, слава богу, Рома приехал сам на весь этап, и теперь Рома является
штатным нашим, как это правильно, врачом, который единицей. Будет, штатной единицей, которая будет не только нашей команде помогать, но и всему РДС. Вчера Рома чинил Дмитрия Андреевича Добровольского. Починил, Ром? Починил. Короче, починил, Добровольский счастлив. Сегодня его на брифинге официально представят как врача, который в случае каких-то аварий или, ну, всякое бывает в гонках, может там куда-то что-то вправить. Вот меня уже починит. Рома, спасибо тебе, друг. Это совсем не больно. Я просто плакал от радости. Это слезы от того, что ветер просто... Пожалуйста, хватит. Ветер в харю. Это, ну, я сам сделал. Так, как? Я видел у вас в сторис. О, ничего себе. Да, для автодокументов и денег. Ничего себе. Так. Блин, у меня столько даже денег нет. Спасибо огромное. Ничего нет, себе даже. Какая. Так, че поедет к валу. Короче, я не знаю, прошли мы квал или нет, но на второй попытке на финиш я развернулся, потому что шины уже тупо нету. Вадик, а можешь шину снять? Давай, давай. А в первой я на длинной дуге облизывал и старался, блядь, близко ехать, еще не вылетел колеса. Короче, у меня 68 баллов первая попытка. Надеюсь, прошли квал. Ебаный квал, блядь. Извиняюсь, Амат. Так, спокойно. Пацаны, так наваливал ответственно, так наваливал, так хотелось первое место занять. Что же это такое-то, а? Постоянно у меня какие-то, блядь, нервички. Ну ладно, я ничего не говорю, я это осознанно делал. Шина стерта, но, блядь, не хватает. Блин, ребята, я, честно, мне так хочется все время навалить на первое место, что приходится ехать на грани, потому что с этими мясниками ни на грани не получается. И вот эту грань, когда переходишь, потом думаешь, ну, блядь, можно было бы на 10% меньше ехать, чтобы там, ну, высоко. Ладно, короче, все, квалик 28-й, кажется, место. Очень там сейчас убрался крепко вообще. Ну, ладно, короче, покер, едем, лодку едем. Вот я тебе рассказываю, мы с тобой в 132 едем, тут на 29 место, блядь. Так что сейчас насыпем ответственно, да? Конечно. Блин, ну ты красава, видишь, я чуть-чуть перегазовал. Ну ничего, бывает, это же как повезет. Ну, я так старался на грани проехать, что чуть-чуть туда понял, на эту зону под зрителем, и уехал три на колеса. А на втором заезде подскользнулся в конце, потому что шины не было, я жал как нахуй на пятый, как встал. Я тоже без шины, она заканчивается под трибуной, блядь. Да, под трибуной заканчивается. Ладно, короче, мы едем с Жекой. Так что, блядь. Все в порядке, заебись. Так, ребята, у нас сейчас будет парад участников. Я на новой Супре, Аркаша на 80-ке. Мы выезжаем сейчас, делаем шоу. Я уже сижу в машине, у меня заляпанная камера. Я себя безумно плохо чувствую. Мне сейчас... Мы поздравили сейчас с журналистами. И ребята прокатили мне 13 рядов. И меня просто ушатали, реально. Это как бы, ну...
Я не ел еще ничего. Так, поэтому я даже протереть вам камеру не могу. И смешно, что я стою на старте, там уже парад собрался. Сейчас я выезжаю, двухминутная готовность. И смотрю, как в поле Гочи сейчас собирал свои куски бампера, вот там ходил. Это единственное, что меня сейчас так развеселило. Так, ладно, сейчас мы откатаем парад. А, кстати, 132 мы едем с Чепой. Не с Лосевым, с Чепой. Все нормально, все. Ну, блин, говорю как есть. Вот какое состояние, такое вам и записываю. Так что сорян. Так, все, открытие сделали. Подрифтили на супрах. Все в порядке, без эксцессов. Там на тоненького было, но без эксцессов. Сейчас уже парад участников у нас. Сейчас будет автограф-сессия. Впереди целый час плотного общения с вами. Ну, я готов. Я боец, я готов. Жду всех. Они остановили меня. Работает киграч, Ванёк. Все, ебашит она, пиздец. Не трогайте тогда ничего. Так, капот закройте, все. Заебись, мотор далеко. Батя приехал на дрифт, а мы с Чепой 32.